Добрый день, дорогие друзья, партнеры компании LR. Меня зовут Лобанов Сергей. Я из города Тулы и являюсь партнером компании LR уже полгода. Хочу с вами поделиться о том, как продукты компании LR помогают мне избавляться от такой болезни, как псориаз. Вот у меня есть выписка. Год назад я лежал в больнице. И сейчас здесь увидите мой диагноз. Вот, ну, эта болезнь у меня с детства. Каждый год я лежал в кожно-венерологическом диспансере, и при выписке у меня все так же оставалось. Пятна, зуд, то есть мне лежание в больницах никаких результатов не давало. И я уже лечился в домашних условиях всякими мазями. Но это тоже безрезультативно было. Вот, потом я начал ходить к платным врачам на платные приемы, платил за капельницы, за всякие препараты, за мази, лекарства. Это мне давало какого-то такого результата, но на короткое время, то есть через месяц, два, три, у меня шло обострение с новыми силами, то есть высыпало еще больше. Вот, и потом в один прекрасный день меня познакомили с компанией LR, и я решил ознакомиться с продуктами этой компании. Меня заинтересовали продукты на основе алоэ вера. И я решил их попробовать, потому что, ну, больше уже я не знал, что пробовать. И я решил попробовать эти продукты. Хочу выделить продукты, которые мне помогли избавляться от этой болезни. Это аптечка алоэ вера. Это очень хорошая аптечка. Классная вообще штука. Я ей очень доволен. Вот. Потом также питьевые гели алоэ вера, мед или персик. Также это колострум. В жидком виде я пил. Также это пробаланс и соль для ванны. Сейчас я вам расскажу, как я пользовался этими продуктами, которые мне помогли. Каждое утро я вставал, пил колострум 8 мл один раз в день натощак. Потом я через некоторое время перед едой, за 2-5 минут перед едой, я выпивал гель алоэ вера, там персик или мед. Начинал я с 5 мл и доводил до 30 мл там, через определенное время. Там, через 5-6 дней я повышал постоянно дозу до 30 мл. Вот. Потом я каждые 2 часа пил, ну, в течение дня я пил пробаланс по 2 таблетки каждые 2 часа. А это начало мне помогать изнутри. То есть я чувствовал, что начинаю намного себя лучше чувствовать, что мой организм очищается. Вот. Как я мазался снаружи, все эти пятна. Я принимал ванну с солью алоэ вера. Это она мне смягчала кожу. Кожа моя становилась такой нежной, шелковистой. Вот. Открывались поры. Это. И после этого я, выходя из ванны, мазался сначала, спрыскал свои пятна спреем алоэ вера, потом все это мой подсох спрей, я сверху мазался концентратом, и это подсохло, и потом прополисом, и все это в комплексе я делал, и так я мазался примерно два раза в день, если получалось так, всегда каждый день надо, ну, мазался. Вот. Почему соль для ванны я принимал? Потому что все вот эти мази, они ложились очень хорошо. И это давало больше еще эффекта по лечению псориаза. То есть я был очень сильно удивлен, когда через первый месяц после использования у меня вот пропал вот этот зуд, постоянное чувство дискомфорта. Я начал себя чувствовать лучше, настроение мое улучшилось, так как псориаз, он мне как-то загонял, знаете, в какую-то депрессию, то есть я постоянно
депрессировал, то есть чувствовал себя дискомфортно, не очень хорошо. Вот, и сейчас уже прошло полгода, у меня этот псориаз, я могу сказать с уверенностью, что он у меня уже почти прошел. И я очень сильно удивлен, я этому счастлив. Вот, кстати, посмотрите, вот на локте, вот псориаза у меня почти нету, остались такие маленькие пятнышки. А до этого у меня были очень сильно большие бляшки. То есть просто я, можно сказать, даже локоть почти не мог согнуть. Вот, вы представляете, да, как я себя чувствовал. Потом и я начал все это использовать, пользовался этим, и буду пользоваться по сей день, вот просто это чудодейственные продукты. Я просто счастлив, то, что я познакомился с этой компанией LR, познакомился с ее продуктами. Она мне очень сильно помогла. Спасибо этой компании за то, что за мое хорошее настроение, за то, что эта компания есть. Я очень счастлив, счастливый человек. Спасибо вам большое. Надеюсь, что я своим советом вам помог. До свидания.